Меня даже ничего здесь, вообще ничего меня не напугает. Это кто? Это кто? Кто это, блядь? Avian Production. Итак, всем привет, с вами Avian. Сегодня поиграем в ICP какой-то там. Не знаю, что это себя представляет. Давайте посмотрим что-нибудь тут. На телефоне ICP Containment Breach. Или что там, я не знаю. Так, все, я понял, у меня нет проблем. Бля. Короче, вот я зашел, еле как, спустя полчаса. Давайте поиграем за класс D, наверное. Вот я выбрал. Так, вы стали экипажем класс D или, я не знаю, подопытным, короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Must blow this place up. Понял, я понял. Так, close. Как это убрать? Keep playing. Нет, как это... Как это убрать? А, все, оно само убралось. Где все людишки? Кто там, я не знаю. Блин, прикиньте, добротно все сделали на телефоне. Только у меня подвисает немножко. Так, что это? ECP-100 joke. Не-не-не, не будем никого трогать сегодня. Поэтому... Хотя это обзорное видео, давайте пофанимся, чё уж там. И чё это? Стул? Юз. Ладно. Стул какой-то, короче, из какой-то шляпы вылез, я не знаю, для чего это надо. Бля, теперь он тут стоит. А чё он делает? Эу, попрыгунчик. Короче, батут какой-то. Тут заперто. Сука, это гроб. Гроб. А гроб в игру не добавили. Хочу найти интерком для того, чтобы спросить, что здесь вообще происходит. Что из себя представляет эта игра. Так, там дверь открыта. Так, тут что? Закрытая карта, скорее всего, нужна. Да ни единой живой души не встретил. Не, лифт к ящерам я не хочу. Panic button. Open doors. Так, тут вот склад. Блин, со склада уже все стырили. Надо было мне раньше заходить на этот сервак. Где там джамп кнопка? А в ICP, по-моему, прыгать нельзя было. Так что тут можно паркурить теперь, понимаете, ребят? Не вижу никого и ничего. Эти ворота открываются? Нет, не открываются. И что мне делать? Вниз спускаться? Окей, сейчас спустимся. Чембер. А, нашел, нашел. Норм, норм. Это что у нас? Ясно. Все, идемте дальше. А что ты так медленно ходишь? Стоп, что, я никуда не приехал? Ладно, странный лифт какой-то. Поспринтовали тогда отсюда. Всё. Меня убила Тесла. Итак, тут есть еще другие классы. Можно поиграть за ICP, но я бы хотел за охранника, то есть комплекса. Оружия у меня нету. Интерком или что это? А почему света нет, кстати? Пятый уровень нужен. А у меня только третий. Нормально, чё? Неплохо, неплохо. Понял, понял.
Он что-то там говорил, я не знаю, задумался. SCP-078, Awake, Never Sleep. То есть просыпайся, никогда не спи. А, или больше не нужно спать. Я не знаю, как перевести. Там кто-то ходит, я слышу. Так. Значит, тут еще кто-то есть, по-любому, кроме меня. Но почему-то я никого найти не могу. В этом вся проблема и причина моего недовольства. День пиццы, да. Как же это прикольно. 4-й уровень карты. Блин, у меня 3-й. Надо искать эту машину. Сраную. Где эта машина находится, интересно? И тут я побежал со скоростью света искать эту гребаную машину для того, чтобы прокачать карту хотя бы до 4-го уровня. Пойдем. Так, SCP-106. 4-й уровень нужен. Да ты издеваешься, блин. Куда? Что это? А-а-а! Это газ! Черт, противогаза нету, блядь! Мужик, держись! Есть аптечка. Отлично, я жив, есть, минус 3. Ну, хоть что-то интересное сегодня посмотрим, нет? Где все SCP, я что-то, блядь, не понял. Ема, сейчас к долговязу мы у ебанчику зайдем, типа, ну вот он сидит такой довольный. Ну, недовольный, не знаю. Да, сейчас к нему зайдем. Но прежде чем зайти к нему, загляну вот сюда. Посмотрю, что за документ. Там все на английском, скорее всего. Так, open, closed. Короче, погнали к нему сейчас. Тут микрофон есть. SCP-1499. Короче, давайте так. Эти SCP, которые тут встречаются, я про них вкратце расскажу как-нибудь. Или там сами загуглите. Я не знаю, зачем он нужен, но все-таки ради интереса, может, ссылочку там оставлю, в двух словах расскажу о них в описании. Ладненько, ну, приступим, заходим к скромнику. Брат, я иду, приветствуй. А где, собственно, брат? А брата-то нету. А куда брат ушел? Ладно, брата нету, но ничего страшного. А, стоп. А, это тот противогаз. Не надо про него рассказывать, он с оригинальной игры. Типа вот, да, но тут только существ нету всяких, которые должны меня пугать. А ну-ка, что там? Кто где? Кто меня убьет сегодня, а? Ну хоть одну тварюгу покажите мне, я как бы видео записываю. Алло, твари ебаные, покажитесь, блядь. Короче, в пизду. Что происходит? Что происходит? Тут сиреноголовый есть? Неплохо. Я не могу противогаз использовать никак. Ой, что я сделал? Что я сделал? Патрон для пистолета я их поднял. А противогаз где? Почему я тут остался? Короче, ребята, я не знаю, что мне делать. А, мне дали ученого. У меня есть шприца с адреналином, скорее всего. Ладненько, окей. Все лагает, капец. А я не знаю, кто есть на сервере. О, это этот комп что-то мне там говорит. Скорее всего. Блин, это патроны от винтовки, от какой-то. Давайте нотами попишем, что.
Короче, неинтересно, но ты вот эти кровавые, с ними нельзя взаимодействовать, как я понял, поэтому надо отсюда уходить. Пока я не видел ничего интересного, пока ходил по этим коридорам. Поэтому я даже не знаю, что мне делать, собственно. Я хочу найти хоть кого-нибудь, хотя бы поговорить с ним по микрофону. Русский сервер как-никак. Думаю, русский между собой язык находит общий. SCP-939 это ящерица. Вот черт, она где-то здесь ходит. Страшненько стало мне аж. Как-то неловко, знаете. Если что, убежать-то я не смогу. Где тут? Я ж не паркур-мастер какой-либо. Поэтому проблематично будет убегать. О, это стул. Тот самый стул. Прикольный стул, кстати. Я не знаю, зачем он нужен. Эти ворота не открываются. Я не знаю, ребят, что мне делать сейчас. Просто побегаем, поорем тут. Короче, SCP или кто вы там, я не знаю, выходите, давайте поговорим с вами один на один. Как бы, я знаю, я драться не буду, ничего там первый нападать не буду. Но если малейший какой-то намек на драку, я ломаю вам ебучки. Оу, привет. А что это сейчас было, я даже не знаю. Кафетерия. Флешлайт. Офигеть, у меня даже руки есть. Ничего себе. А, я могу фонариком драться. Чё? Я когда бью, звук крови исходит. Не понять почему. А, вот как его врубать, да? Ха, прикольно. Я уже выключать хотел. Ну как, выходите сюда. Нужно найти монетку. Ну или коин. 0.49 еще здесь ходит. Ничего себе. Прикольно, а чё? Короче, фонарика все боятся, поэтому я могу не бояться ничего. Очень скучный сервак, если честно. Может, я чего-то не знаю. Об SCP, об этих. Ну как, стаж у меня 3 года по SCP. Ну, короче, такой маленький стаж, я не знаю просто. Игру мне друг советовал 1000 лет назад. Я в нее поиграл, обосрался. А сейчас это даже не SCP. Меня даже ничего здесь вообще ничего меня не напугает. Я абсолютно уверен в своих словах. Меня здесь ничего не напугает. Вообще ничего. За исключением... А где он? Я не знаю. О, оружейка, оружейка. О, да ну нафиг. Капец. Прикольно. Я нашел автомат. Чё? Это такой звук выстрела, что ли? Серьезно? Ну теперь-то я ничего не боюсь. У меня... Это кто? Это кто? Кто это, блядь? Не, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока.